Значит, надо вернуться обратно. Слушай, ветеран гейзер, он хорошо. Слушайте. Я так думаю, что мы направо повернули. Секунду. А? Мы не туда вошли. Слышно, как он бурлит, и видно, как он раскрывается наружу. А еще из него тоже вечер пар со страшной силой. Puff and stuff, гейзер. Ну вот он как-то не кается, а только издает звуки. Не делал, если не Stone, то Funnel Spring. Чернинг. На самом деле, да, написано, что это называется Чернинг Калдрон. Калдрон — это котелок. Чернинг — не знаю. Это потом посмотрим. Перегореть или гореть?